Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег, и мой хвост Маруська, да? Мы продолжаем с ней занятия по поводу выдержки. Итак, давайте приступим к занятию. Естественно, у нас собака должна быть готова, то есть либо наноситься, либо только проснуться, но чтобы физическая активность у нее была готова к тому, что ее будут заставлять выдерживать. Использую я основной рацион собаки. Вот, что она кушает. С кем я и работаю в качестве подкормки. Неудобно одной рукой снимать, да? Маруся, иди сюда. Сидеть. Да, Маруся. Ждать. Да, Маруся. Вообще это другой рукой надо делать, да, но ввиду того, что у меня камера. Ждать, Маруся. Я даже спиной уже отворачиваюсь. Да, Марусечка. Да, моя девочка. Ждать. Да, Маруся. Да, молодец, хорошо. Так, вот как бы мне сейчас с тарелочкой, мы еще с тарелочкой не очень хорошо. Сейчас мы еще вальс с ней сделаем. Маруся. Вальс. 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 Да, Маруся. 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 Вальс. Вальс. Да, Марусечка. Ну и теперь упражнение с тарелочкой. Ешь. Молодец, моя красавица. Хорошо. То есть, очень важный такой момент, что вы должны с собакой заниматься постоянно. То есть, это не эпизодами должно быть, а лучше, если будет, если там, ну, на постоянной основе, несколько раз в день. То есть, когда у вас дома собака живет, это считайте, что тренировать вы ее должны в течение того времени, пока вы находитесь дома. То есть, вот как-то так. Я работаю на мотивации именно на основном корме собаки, да? Да, моя Маруська? Да, моя девочка? Вот, никакие дополнительные лакомства не использую. И это есть работа над мотивацией. Заслужите доверие, заслужите уважение. С вами был канал «Я и мой хвост». Мой хвост. Маруська! И у вас все получится. Работайте над такими фундаментами, как выдержка, концентрация внимания и мотивация. Когда у вас будет выдержка, концентрация внимания и мотивация, у вас все команды будут получаться очень и очень быстро. Ну-ка на, куси. Не будешь кусаться? Не будешь? Молодец, моя красавица.